Сейчас была поклевка у Димы. Сейчас посмотрим, вроде. Зацепился он где-то. Да, вроде маленький змееголов там сидит. А вот он. Да, змееголов маленький зим. Ну, где-то на килограммчик. Вот, зрители, я вам сейчас покажу. Вот очередная поклевка. У Дмитрия Ганина вот змееголов. Красавец, да? Окраска красивая, тигровая такая. Ребят, ну у нас вот второй день рыбалки. Первый день мы наловили штук 10 змееголова. Ну, самый большой у нас сколько был? Килограмм? На троечку почти? Да, ну, на троечку. 2,5–3 килограмма. Да. Поменяли локацию, переехали на другое место. Решили половить толстолоба. Каналов много. Мест много. Озеро большое, мест много. Поэтому решили локацию поменять. Сейчас вот в это время половим толстолоба. Посмотрим, как что получится. Дальше уедем на другой канал. Уже на вечер и ночь будем ловить, наверное, сазана. Зарядили три снасти. Вот один у нас, одному забросили на что? Как это называется? На планктон. Да, на планктон, а другую две на кашу. Посмотрим, будет ли результат. Конечно же, мы вам покажем. У нас жарко. Градусов 40. Вечеру становится очень жарко, дышать невозможно. Днем 60 было, мы в теньке, честно говоря, отдыхали. Сидели, да. А сейчас вот вышли на вечерку, посмотрим. Даже в палатку зайти невозможно, духота, такая жара очень сильно. Обязательно нужно тенечек под каком-то дерево или саксаул. В нашем случае это было саксаул. Саксаул. Под ним мы как раз легли, отдыхали пару часов, потому что невозможно рыбачить. Ну, посмотрим, сейчас забросили вот. Если будут результаты, конечно же, снимем это. Результаты будут, покажем. Оставайтесь с нами. Да, отпустим, ну, отпустим, пусть сазанчик, но уже погуляет. Сазанчик, да, малыш. Ну и ладно, пускай живет.
А все, больше ничего нет здесь, видишь? Да, отпусти, пусть живет. Ну вот, ребят, односачки сазанчик. Чем-то похож на наш тудакульский. Красивый, чистенький. Красивый, чистенький. Бодренький такой. Ну давайте, еще не вечер, до утра еще порыбачим. Если будут хорошие результаты, мы вам это все покажем. Ну что, ребят, утренняя поклевка. Время 5:30. Под утро попался сазанчик. Грамм 300. Пока идет вся мелочь. Крупного нету. Зацепился, конечно, он. Да. Жмых работает, насадка, ну мелкий, такого мы, конечно, отпустим, пускай растет.